Казахстан – одна из самых богатых стран по запасам углеводородного сырья. В свою очередь, полный спектр работ, связанных с нефтью и газом, начиная от разведки и добычи до переработки и розничной торговли, в стране выполняет акционерное общество «Национальная компания «Казмунайгаз». Спектр объектов компании достаточно широк. Сюда входят морские, судоходные и авиакомпании, международные высшие учебные заведения и исследовательские институты, транспортировочные и охранные организации, и это помимо нефтегазовых предприятий, часть из которых относится к зарубежным активам компании. На 2014-2018 годы намечена приватизация 27 объектов «Казмунайгаза». На сегодняшний день нефтяная отрасль включает в себя не только разведку и добычу углеводородов, но и строительство, транспортировку, хранение и переработку сырья, маркетинг, разработку и внедрение инновационных технологий, а также сервис. Запасы нефти и газа компании «Казмунайгаз» – одни из крупнейших в мире. Компания владеет долей почти во всех крупных нефтегазовых предприятиях Казахстана. «Казмунайгаз» имеет право преимущественного приобретения 100% новых месторождений на суше и 50% шельфовых месторождений в стране. Поэтому вложение в нефтяную отрасль страны сегодня – это вклад в будущее, в индустриально развитый Казахстан.